22 февраля в Десногорске состоялось возложение цветов в память о погибших за Родину воинах. Церемония была приурочена ко Дню защитника Отечества, который в России отмечают 23 февраля. Традиционно мероприятие прошло на Кургане Славы. Из-за особых эпидемиологических мер, которые все еще действуют в регионе, от праздничной программы было решено отказаться. Но это не помешало неравнодушным горожанам почтить память защитников Родины, с честью отдавших свой священный долг. В церемонии возложения цветов к вечному огню приняли участие представители администрации Десногорска, Смоленской атомной электростанции, местных организаций, члены волонтерского штаба и жители города. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.